Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. Будем начинать наш вечер. И я скажу, как всегда, вступительные слова. Зачем я вообще говорю вступительные слова? Дело в том, что в зале все-таки зрители очень разные. Вот, например... Он просто поговорить пришел. Ну так... надо на свои места садиться. И, хотя это первый ряд, это приглашенные, это халявщики. И зрители самые разные в зале. Как-то надо всегда приводить к общему знаменателю, чтобы настроение все-таки улучшалось у всех сразу. А действительно, во-первых, есть молодежь, есть люди моего поколения, есть средний возраст, есть родители, которым дети купили билеты, чтобы квартира освободилась. А Задорнов в этом отношении очень выгоден. У него долго концерты идут очень. Поэтому ко мне всегда ходят вот родители, которых спровадили из дому. Женщин много, мужчин много, женщин больше. И это слава богу, потому что женщины реагируют гораздо лучше. Им смешно, они смеются. Мужики не очень в этом смысле искренне себя ведут в зале, потому что, как правило, мужчин приводят на концерты жены. Мол, а ну иди на концерт, хоть пить не будешь целый вечер. И поэтому они ждут перерыва, сидят для улучшения настроения. В общем, вот самые разнообразные зрители, надо их приводить к общему знаменателю, чтобы такая более или менее общая реакция была. И, ну, а с молодежью вообще, с одной стороны, замечательно. Молодежь очень искренняя, очень быстро соображает. Но, с другой стороны, есть проблемы, потому что, во-первых, молодежь не все понимает, о чем говорят взрослые. Во-вторых, у них клиповое мышление. Они развиты комиксами, клипами. И долго об одном и том же лучше не говорить с ними. Они зависают тогда. Кроме того, есть темы, которые молодежь понимает. Вот я, например, не понимаю. Знаете, когда в телевизионных передачах говорят про «Дом-2», шутят молодые сатирики, юмористы, я понимаю, что они говорят что-то очень смешное. Вернее, уже много лет я это понимал, но я не понимал, в чем смысл. И я закомплексовал. И думаю, надо, потому что я ни разу не видел «Дом-2», как вы понимаете. Я думаю, надо этот пробел как-то заполнить. Я посмотрел «Дом-2». Это вы аплодируете тому, что я мазохист, или тому, что я подвиг совершил? Нет, мазохизма в этом не было, но подвиг я совершил таки. Ну, что вам сказать, зря я это сделал. Хотя теперь понимаю, почему часто молодежь реагирует на то, на что мы не реагируем, допустим. Вообще, это правило имеет исключение. Например, на один из телевизионных каналов жалобу написал пенсионер. Я 3 года уже смотрю передачу «Дом-2». Вот это... Продолжение супер. Имею ли я право на какие-то льготы? Я смотрел всего 2 раза, поэтому я льгот выпрашивать не буду. Ну ладно, я хочу вам рассказать об одном своем путешествии. Многие сегодня рассказывают друг другу впечатления, когда поездят по Европе, по Африке, по экзотическим странам. А у меня было очень интересное путешествие по России недавно. Почему я такое путешествие совершил? В этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения моего отца. Отец был писателем. В советское время его хорошо знали. Он писал романы о любви, об истории. Он никогда не был коммунистом. Хочу сразу предупредить, он никогда не состоял ни в одной партии. Но романы его печатались, несмотря на это, даже в советское время. Более того, он был лауреатом государственной премии. И в этом году мне захотелось его юбилей отметить как-то необычно. Ну, что люди зовут на юбилей? Обычно гостей, те говорят одни и те же тосты. Здоровья, счастья, долгих лет, ничего не сбывается. И банальные, скучные слова, все перепеваются. Потом похмелье после этого юбилея. Я свой юбилей не праздновал ни разу. И потому что для меня, например, юбилей и поминки в чем-то схожи. Разница между поминками и юбилеем только в том, что на поминках говорят те же самые слова, что и на юбилей, но скрывая радость. Ничего, отреагировали, молодцы. Причем молодежь отреагировала, хотя им еще далеко до таких рассуждений.
И я вот о чем подумал. Я любил роман отца с юности, и, наверное, поэтому я прожил жизнь более радостно, чем те, кто книг не читает. И мне захотелось привлечь внимание героям его книг, проехать по тем городам, о которых он писал в своих книгах. Ну, что вам сказать? Еще в некоторых городах я подумал провести такие викторины, олимпиады среди школьников. Это была дерзкая моя мечта, потому что дети не любят читать книги. Но тут я поставил такой манок, капканчик, мол, за первая премия, за лучшее сочинение будь денежная. Вторая – две денежных, третья – три денежных. И что вы думаете, такой интересный получился эффект? В Пензе были награждены 103 человека. Нет, не все деньгами, не думайте, это у меня бы денег не хватило. В Хабаровске было награждено 40 человек, в Риге 30, по-моему, премий ученикам школы одной выдал. Надо было же заинтересовать как-то. Нельзя было, как в советское время, там, выдать тему сочинения, мол, красной нитью через призму прожитых лет. Вот это энциклопедия русской жизни, вот все эти штампы нельзя было даже упоминать. Придумали интересные темы с учителями, например... Если бы Дима Билан жил на Амуре, мог бы он стать шаманом? Слушайте, откликнулись, такие сочинения интересные писали. А когда девушка из Магадана, которую я награждал, потом после награждения подошла ко мне, говорит, у меня к вам есть один вопрос. Я говорю, ну что, ее Марина звать? Что, Марин? Она мне говорит, понимаете, я потрясена тем, что я прочитала. Я не знала вообще, что книжки бывают такими интересными. Скажите, ну почему роман вашего отца «Амурбатюшка» не обсуждают в передаче «Дом-2»? Вы знаете, я понял, что это высочайшее признание. Интересно, что если молодежь заинтересовать правильно, они читать начинают. В Риге мы с моими партнерами открыли библиотеку в городе Риге. А там ведь... Идет борьба такая политическая против русского языка. Язык – это вообще вне политики. Язык – это вопрос культуры. И, знаете, интересно очень получилось. Издательство АСТ подарило этой библиотеке 20 тысяч книг бесплатно прислали. Потому что издатель сказал, что я так люблю книги, я хочу, чтобы их читали. А я уверен, сказал он мне, что ты сделаешь так библиотеку, что туда будут ходить люди. Действительно... Через 7 дней после открытия библиотеки записалось 500 человек. Из них 200 молодых людей. Ну, в Риге это широко освещалось. И ученики пришли помогать раскладывать книги по полкам. Ну, это действительно хорошая мебель. Знаете, уютные кресла по углам стоят. Мол, хочешь сесть, почитай. Нет таких скучных читальных залов, как в советское время. Вообще, так немножко по-современному это сделано. И книжки современные есть очень хорошо изданы, с картинками, такие полукомиксы такие. И вот, например, ученики пришли помогать книги расставлять по полкам. И знаете, а многие из них вообще книг не читали. И вдруг берут книгу, а там картинки. А потом прочитают фразу, и вторую хочется прочитать. И некоторые из них попросились на второй день прийти сортировать книжки. И смотрю, уже один сел в кресле, совсем мальчишка, лет 14, и у него стопочка книг уже. Он никогда не думал, что книга бывает такой интересной. Это такой интересный эффект, смотреть, как молодежь прилипает к тому, о чем они понятия не имели. И вот этот процесс очень радостный. Более 10 тысяч книг принесли жители Риги в подарок библиотеке. Тут очень интересное разграничение. Бедные люди, вот это потрясающе, принесли свои любимые книги. А богатые после ремонта книги принесли. То, что мешает им. Причем бедные иногда по одной книжке, по две приносили, но говорили, это мои любимые книги в юности, мне недолго жить осталось, пускай они достанутся кому-нибудь. Очень трогательно. И интересно, что прислали, например, Максим Галкин 2 недели ходил, собирал свои любимые книги по Москве, те, которые он читал в юности. И я уже сделал такую полку в библиотеке, вот там портрет Максима Галкина, и кто хочет стать Максимом Галкиным, должны прочитать эти книги. Кто хочет стать Михалковым, вот эти книги. Кто хочет стать Евтушенко, Евтушенко прислал свои любимые книги свои. И все свои книги.
Значит, кто хочет стать Евтушенко, пожалуйста, читайте Евтушенко. И библиотека получилась довольно интересной. Конечно, всех немножко тревожит такая проблема, что книги такие хорошие, интересные собраны. Больше 40 тысяч уже книг в этой библиотеке всего за 3 месяца мы собрали. Что, знаете, ну, конечно, воровать могут читатели эти книги. Библиотека у нас бесплатная, никакие членские взносы платить не надо, но членские билеты мы сделали с фотографией. Вот почему. Единственный способ, который я придумал, как бороться с людьми, которые захотят своровать книги, такой. В газетах печатать такую рубрику «Их разыскивает библиотека». Поэтому я просил, чтобы фотографии на членские билеты были хорошо сделаны, потому что потом появятся фотографии, им будет неудобно, что они так плохо выглядят на этой фотографии. Это еще с подписью своровал книжку, это уж совсем, совсем нехорошо. Правила изобрели, какие должны быть в библиотеке. Право получить членский билет в библиотеку имеет каждый, кто умеет читать. При входе проверяют. Такая, знаете, как в кабинете Глазнюка, окулиста. Такая таблица, кто знает буквы, имеет право этим заниматься. Я своим родителям особенно благодарен за то, что они приучили меня читать книги. Вот, у отца была очень хорошая библиотека. А когда мне было 18 лет, и мои друзья поехали в Крым, он мне говорит: а хочешь интереснее жизнь прожить? Я говорю: ну, конечно, хочу. Поезжай-ка ты на Курильские острова работать в ботаническую экспедицию. И я устроился в ботаническую экспедицию в 69-м году. Я работал, как так в то время называли, разнорабочий. Должен был, разнорабочим, должен, ну, по-нашенски бомжом, короче, вот так вот скажем. Должен был наловить рыбу, поставить палатки для экспедиции. Я не был на Курилах 42 года. И я решил начать свое путешествие с Курильских островов, причем с самого южного острова, который как раз считается спорным в мире, с Кунашира. Ну, что вам сказать? Я 42 года не был на Курильских островах. Ничего не изменилось, правильно вы сказали. Ну, в первую очередь, в смысле природы ничего не изменилось. А вот... Я получил заряд бодрости. Во-первых, там люди живут по-другому. Все-таки Москва – это не Россия. Нельзя по Москве судить о России. Там совсем другая жизнь. Во-первых, все браконьеры. В самом лучшем смысле этого слова. И живут они волей. Вот там есть... Воля. Вот это слово непереводимо даже на английский язык. Когда Федя Протасов говорит «воля» на сцене, по-английски это нельзя перевести, потому что все равно переводишь, получается «свобода». Свобода – это юридическое понятие. Воля – это то, что в душе человека. Нет решеток на окнах, двери не запираются. Вдоль дорог стоят девчонки, чтобы их подвезли. И это не девушки с заниженной планкой социальной ответственности. Кто не понял, не проститутки, понимаете? Их подвозят водители и не берут с них денег. Я одному водителю, там, кто меня подвез, дал денег, он говорит: ты давай суй деньги в Москве, сказал. Для них Москва – это оскорбление. Я понял, здесь москвичи сидят, все, забрал свои слова обратно. Считайте, что я этого не говорил. Преступлений нет. Уборщица, я даю ей деньги. Вот есть в России люди, которые живут так. Жизнь для денег. А есть, которых деньги для жизни. И такие еще у нас есть. Вот в Европе таких уже мало. А у нас они живы. Я уборщице в гостинице в городе Южно-Курильске даю деньги, уезжая. Она говорит: да нет, она как обожглась. Уборщица в гостинице. Я говорю: у меня все всегда брали во всех странах мира деньги. А это говорит: я не возьму. Я говорю: почему? Она говорит: да мне и так хватает. Я говорю: че? А ну повторите еще раз, я не ослышался. Она говорит: мне и так хватает. Уборщице хватает денег. А вот я знаю одного чиновника в мэрии московской. Ему не хватает денег. А еще больше его жене не хватает денег. Но разница в чем? Уборщица на Курилах улыбается.
А жена чиновника нет. Она пластическую операцию сделала. Ей нельзя улыбаться, у нее все разойдется. Ей садиться нельзя. Если копчик натянется, здесь все разойдется. Поэтому, когда в компании рассказывают анекдот, она смеется без выражения лица. Смеющийся Тутанхамон. Можете себе представить? Такой... Я видел в России живых людей. Но самое, конечно, замечательное, что сохраняется, благодаря тому, что нет того, что мы называем цивилизацией, природа сохраняется. Вы знаете, если когда-нибудь побываете на Кунашире, а это очень интересно. Это интереснее, чем в Испанию съездить. В Испании маленький водопадик, и все туристы смотрят на эту капельницу. После Сибири и Курил – это все капельница в реанимационной. Ну, есть так посерьезнее водопады, там в Колумбии – это уже клизма. Но когда вы увидите эти водопады, гейзеры, источники, а тайга... Я когда в юности увидел эту тайгу, я вообще не знал, что такое существует. Представляете, это единственное место в мире, где тропические джунгли смешались с северной тайгой. Потрясающее явление. Кедры переплетены тропическими лианами. Это, все, я не знаю, магнолия среди берез растет. Березы в бамбуке растут. Но это сало в шоколаде. Это, я не знаю, это пингвин на пальме примерно. Примерно тот же эффект. Меня так поразило в 69-м году то, что я увидел. И хорошо, что я не поехал тогда с друзьями отдыхать на юг. Я тогда впервые увидел товары западные, потому что напротив Кунашира Япония находится через пролив. И приливом то, что выбросили японцы, приносилось на берег Кунашира. И знаете, я когда вышел на берег первый раз Кунашира, океана практически, я смотрю там, ну, во-первых, там я впервые увидел морских ежей, или там скелеты китов валяются, крабики такие ползают такими глазами-перископами, так кто-то на меня смотрит, мол, что за дурень пришел сюда. Морская капуста метрами, километрами лежит. Я до сих пор в японском ресторане не могу платить деньги за морскую капусту, потому что я знаю, что она валяется бесплатно. Я из-за осьминога не могу платить деньги, потому что вечером бросил сапог в ущелье, утром осьминог в нем сидит, в этом сапоге. Я понимаю, как они ловятся, не надо мне лапшу на уши вешать. Но среди вот этого всего морского глубоководного богатства лежали японские баночки от Фанты, там, я не знаю, от безалкогольного пива. Мы же ничего этого не видели. Полиэтиленовые пакеты были для нас в то время, ну, в новинку. Мы их сушили на веревочке. Я даже говорил об этом. Постираешь полиэтиленовые пакетики на веревочке, на балконе. Вот так вот, как белье в Италии, так у нас висели полиэтиленовые... Жвачки же у нас не было в то время. Ну что вы, молодежь, вы же не знаете этого времени замечательного. Когда я пожевал, другу передал. Потом в записную книжку закрыл эту жвачку. На следующий день еще кому по жребию и жевать жвачку. Я тогда, помню, нашел вьетнамку одну японскую на берегу. Я 3 дня ходил, смотрел вторую. Я так расстроился, что японец второй не выбросил в вьетнамке. Природа вся сохранилась, но все равно. Вот эта природа оберег людей от нечисти. Выходишь в море, рыбаки там дают тебе гребешков бесплатно. Водорослей вообще на тебя повесят вот так вот. Все это бесплатно. Икру морских ежей тебе... ведро отдадут просто от хорошего настроения, и все. Вот, конечно, я понимаю, можно мне так выразить недовольство, мол, вы же звезда, поэтому вам в море дают все. Я понимаю, что я известный человек, но давайте сравним с моей любимой Америкой, потому что если я про Америку не скажу, вроде как вы зря пришли сюда. В Калифорнийском, буду говорить медленно, чтобы было понятно, в Калифорнийском заливе Брэду Питту, а он гораздо звездастее меня, никто бесплатно осьминога на голову не наденет, чтобы сфоткаться.
А мне надели, сфоткаемся, сфоткаемся. А, да, мы страна парадоксов. С одной стороны, вот такая Москва, живущая ради прибыли. С другой стороны, воля людей, живущих на природе. Все устроено там. Вот знаете, есть чудное русское выражение. Я его буду повторять сегодня несколько раз. По закону или по справедливости. Это разница. Перевести на английский язык нельзя. Они думают, ты что сказал? Закон и справедливость – это одно и то же. Нет. Вот у всех браконьеров японские моторные лодки быстроходные. У рыбнадзора советские. Это по справедливости. То есть рыбнадзор может догнать браконьера, но только с согласия самого браконьера этого. Конечно, наши люди завидуют, мол, японцы живут замечательно. К японцам я тоже буду возвращаться много раз в этом обзоре моего путешествия сегодня. Да, наши завидуют японцам, но японцы, когда попадают в Россию, завидуют нам. Потому что у них жить с точки зрения быта, конечно, здорово, но так скучно. И когда японцы попадают на Кунашир, они все время удивляются. У них глаза, вот они ведь вообще узенькие, мягко говоря. Нет, показывать мне не надо на первом виду. Мальчишка сидит и показывает, какие у японцев глаза. У них вот эти узкие глаза не просто расширяются. Ощущение, что у них базедова болезнь начинается. Они не могут понять, как так? На острове нет ни одной бензозаправки, все ездят на джипах. Вот как это возможно? Вот вы смеетесь, потому что для вас это нормально. То, что для иностранца ужас, русскому смешно просто. И они спрашивают русских, а как вы ездите? Они говорят, где бензин берете? Говорят, да так и ездим. Вот. А бензин откуда? Ну, вообще. А точнее? Да, от полярной звезды шланг проводим и заправляемся. Наши над японцами ухахатываются. Видимо, в мире так. Где более обустроен быт, там какая-то тормозуха есть в мозгах. Ну, тормозилка точно есть. Японцы приехали, ой, ну как же, весь остров ухахатывался после этого. Значит, у них что-то случилось с колесом джипа, на котором они ездили, и они решили, ну, естественно, надо накачать. Они 40 минут не могли накачать колесо. Потом решили обратиться к русскому все-таки. Думают, может, кто-то из местных поможет. Обратились к местному лесничему, у него кличка Леший. Леший пришел, посмотрел, как они накачивали колесо, и покатился обратно в лес хохоча. Есть такой сатирик Задорнов, он предупреждает, наберите воздуха в грудь часто, да? Вот он прав, между прочим. Готовы? Готовы? Они колпачок не сняли. Ну, что вам сказать? Я хорошо, что снова побывал на Курилах. У меня было там два концерта, причем в сарае на 150 человек. И, конечно, вот я так идеализирую немножко эту жизнь, безусловно. Потому что я под впечатлением, под хорошим впечатлением. Если вы попадете на Кунашир, вы скажете, ну что тут Задорнов придумал? Город Южно-Курильск, вот он, его не просто строила женщина-архитектор, пьяная женщина-архитектор. Что не дом, то зуб в носу. Но все равно впечатление очень мощное, конечно, прежде всего от природы. И я на концерте, улетая с Сахалина, сказал, я впечатлен, мне очень понравилось. 42 года здесь не было. Обещаю каждые 42 года возвращаться к вам обязательно. Так что живите как можно дольше. Я перелетел на Сахалин. Совсем другой. Вот вроде остров. Тот же район. Все другое. Почему? Там несчастье на Сахалине. Там нефть нашли. Нефть – это проклятие России. И сразу весь остров превратился в московско-американское предприятие такое. Там уже хозяйничают не сахалинцы. Сахалинцы – люди третьего сорта. Американцы – полноправные хозяева Сахалина на сегодняшний день. Везде уже надписи русскими буквами, но английские слова уже вкрались в русскую жизнь. Стоит какой-то жуткий барак, на нем написано «Кофе-хаус». Ты пиши кофе хаза, там, я не знаю, это хаза, это не хаус. Пиши кофе барак. Вообще какой-то сарай, так, я даже если бы актером был, я бы не сыграл. Вот такой вот сарай стоит, на нем написано фастфуд.
Ну, то есть он вот-вот упадет. Надо быстро забежать, быстро съесть фастфуд, пока он не упал. Жалко. Остров очень богатый природой. И когда приехал на остров известный японский писатель Мураками, он был потрясен. И когда он вернулся в Японию, его спросили, как вам Россия? Он сказал, это очень богатая страна. Его спросили, а почему сделали такой вывод? Он говорит, я видел их мусорную свалку. Такого он не ожидал, чтобы от Южно-Сахалинской до Тихого океана была мусорная свалка. Хотя это не везде мусорная свалка, но ощущения примерно одинаковые. И он так стоял, как Петр Первый на берегу залива, вот так вот. Дум великих полнов стоял он. Во-первых, он никогда не видел, чтобы такое количество бомжей паслись на мусорной свалке. С мобильными аппаратами все разговаривают. В майках Армани, дочь Габана. А один из бомжей, когда увидел, что какой-то очень высокопоставленный японец приехал, и вокруг него много охраны, он попросил, спросил, кто. Ему сказали Мураками. Он говорит, а можно с ним через переводчика переговорить? И вот это было потрясение для Мураками. Потому что бомж подошел к нему и сказал, а как пахнут бомжи, не мне вам рассказывать. Но Мураками даже на запах не обратил внимания. Настолько его потрясло то, что сказал бомж. Вот так, затягиваясь, и сказал, мне не очень понравился ваш последний роман. Какие же у нас люди замечательные, я вам скажу. А тот опешил, говорит, а где вы его читали? Он говорит, да где, вот здесь. Вот здесь. А где вы, а как вы его купили? Он говорит, да не, ну выбросил кто-то. А мы все читаем, что выбрасывают. Конечно, Мураками был потрясен. Но Мураками интеллигентный человек. Американцы вот этих тонкостей в наших людях не видят. Они считают их третьим сортом. Почему там много американцев? Я уже говорил, туда слетелись бизнесмены, поскольку там качают нефть. Там у них городок. В этот городок сахалинцев оформляют по визе. Вот такое унижение для наших людей, которые живут на своей родной земле. И в результате, знаете, что обидно? Ну ладно, они нас принимают за третий сорт. Бог с ними. Это их дело. Но то, что мы сами стали верить в это. И молодежь Сахалина не знает, что Сахалин практически стал заселяться благодаря открытию Невельского, что существовал Муравьев-Амурский. Ничего не знают. Я у барменши спрашиваю в гостинице, где я жил. Хорошая гостиница, потому что сделана для бизнесменов. Я у барменши, молодая девчонка, я у нее спрашиваю, скажи, ты хоть знаешь, что на Сахалине Чехов был? А она так подумала, говорит, ну вообще-то я давно работаю в гостинице. Я не помню, чтобы он останавливался. Я ей говорю, ну не волнуйся, он в другой был. Я вспомнил, я так снял грех с души у нее. Жалко, потому что способные, люди наши молодые, удивительно способные. Сидят американцы напротив нее два вечера подряд, она их обслуживает. И я как-то так подошел, минеральную воду купил, а потом спрашиваю, скажи, ты что, по-английски говоришь? Умеешь говорить? Гениальный ответ, только русская деваха такое может ответить. Не умею, но приходится. Я еще раз убедился, что потенциально наш народ очень способный. Да, они унижаются на Сахалине перед американцами. Лебезят, я бы даже сказал. А потом отойдут в сторонку и хихикают. Какие же они тупые, говорят друг другу. Ко мне подходили ребята, сахалинцы, и говорили, вы даже не представляете, какие американцы тупые. Даже вы не представляете, говорили не мне. И один сахалинец рассказал чудную историю, как он американца-бизнесмена пытался зазвать в лес, в тайгу. Наши ведь любят. Наши не могут просто так выпить. Они должны на полянке выпить. Это голландец дома пьет, а наш не может. У него душа разрывается. Он должен материться на закат, на восход. Иначе не в кайф это все. И они хотели приучить американских бизнесменов. И он говорит, поехали в лес. Ты же леса не видел, американцу говорит, никогда. Поехали, шашлычков поедим в лесу. И американец... подзавис малость, потом говорит, у вас что, шашлыки тоже в лесу растут? Спросила. Но больше всего порадовало другое, что наши действительно издеваются над узкоумственным мышлением бизнесменов западных. Хороший знак. На лампах
В гостинице только по-английски, на всех только по-английски написано: носки на лампах не сушить. И главное, только по-английски. Ну что, если Курилы 1-0 в нашу пользу, Сахалин 1-1, ничья, сравнялись. Владивосток мы проиграли абсолютно. Город романтиков, офицеров, моряков. Все, проиграли. Хуже историю, чем на Сахалине, знают только во Владивостоке. Там есть остров Путятина. Никто не знает, что Путятин первым подписал договор с Японией. Правда, ну хорошо, у нас не знают, но там-то остров называется именем Путятина. Корсаков кто такой? Никто не знает. Я у таксиста спрашиваю: ты хоть Фадеева читал? Он говорит: как я мог читать его? Это поселок. Владивосток так залег под иностранцем, только одно в голове: купи, продай. Ничего. Целый город превратился в базар. В такой супермаркет: съездить в Японию, купить машину и перепродать. Все, мечты никакой. Мельче мечта только у молодых людей в Латвии: стать парикмахером в Ирландии. Это уже совсем мечта великая. Главный враг Владивостока – АвтоВАЗ. Есть люди, которые сразу поняли, что я имею в виду. У них же правый руль – это мышление. Это уже наоборот мысли вот крутятся в голове. И что интересно, когда наши правители издали такой указ там о повышении таможенных пошлин на иностранные автомобили и вообще всячески помогают нашему автопрому, жители Владивостока вышли все на демонстрацию, и главное, их поддержали местные проститутки. С лозунгом: «Не будем работать в «Жигулях». Вся молодежь корчит из себя бизнесменов. Все время по телефону. Везде играет попсовая музыка. Все говорят по телефону. И все говорят так: скоро буду, скоро буду. Я их называю скоробуды. Им некогда посмотреть, как замечательна жизнь. Все такая столица торгашеского креатива. Но зато попса точняк у всех в башке. У всех таксистов музыка. Дун-да-дун-да. И извилины слипаются. Спрашиваю у того же таксиста: ну ладно, Фадеева ты не читал. А что любишь? Он говорит: я шансон люблю. Я спрашиваю: ты хоть знаешь, что такое шансон? Замечательный ответ. Кто-то из армян, сказал он, известных. Живут же люди с такими знаниями как-то. Я говорю: ну хорошо, шансон любишь? Ну поделись, какая у тебя песня любимая? И вынул сразу записную книжку. Думаю, сейчас подарок будет, надо записать. Я не смог записать. У меня почерк затрясся, когда он мне процитировал свою любимую песню. Все-таки толика романтика осталась в молодежи. Поэтому песня такая у него любимая. Владивосток, моряки, мы поднимаем якоря, уходим в дальние края, а наши девушки уходят в матеря. Вы следите, что с молодежью сделали в стране, а? Какой быдлятник создают из нашей молодежи? Хотя они очень добрые, светлые, хорошие люди. Я повез молодых людей во Владивостоке в тайгу. Как вы понимаете, она вот тут, рядом, на носу тайга. Ничего не знают. Я с 69-го года помню, что такое пробковое дерево, амурский бархат, актиниди. Это практически киви наши. Никто же не знает, что плоды есть киви в уссурийской тайге. Причем интересно, что я ехал на «Волге», а пацаны крутые ехали на «Ланд-крузерах». Ну, крутые такие пацаны. Вот, знаете, шеи накачанные, уши накачанные, пятки накачанные, подбородки двойные. У них с утра такая зарядка, подбородки на первый, второй рассчитаюсь. Ну, ребята, хорошие, я их повез в тайгу. Стал я им рассказывать про тайгу. Я на «Волге», сзади три крутых «Ланд-крузера», фартуки, все навешаны. Я проехал, они нет. «Волга» прошла, они нет. Они застряли в первой же, ну это даже не яма, ну так чушня какая-то, ну выбоина. И вышли все, ну крутые же, ничего делать не умеют. Стоят рассуждать, что делать надо. Один говорит: правее. Другой говорит: не, левее. Третий говорит: левее и в бок. Я подошел, говорю: ребят, вы в тайге, а не в постели. Что делать надо? Я говорю: что делать? Подложите камень, и вы поедете.
авиационный инженер, подложил камень под колесо, они выехали. Они так удивлялись, откуда вы это знаете? Я говорю, я авиационный заканчивал, ребята, поэтому я знаю, как в тайге с машинами обращаться. Оператор был с нами, местная телевизионная компания. Мы встречали рассвет там, в тайге. Он говорит, как красиво. Я его спрашиваю, оператор, я его спрашиваю, ты когда последний раз видел рассвет? Ну, молодец, хоть правильно ответил с юмором. Последний раз он мне сказал, я рассвет не видел никогда. Я его спрашиваю, а в тайге когда был последний раз? Он говорит, последний раз в тайге я не был за 3 года до того, как не видел рассвета. Зато бабки настрогал на спекуляции. Ну, что вам сказать? Рыба гниет с головы. Конечно, если власти воруют все, будет воровать и само население, бесспорно. И многие этим оправдываются в наше время. Хотя мне очень нравится, что сказал Евгений Евтушенко в одном из своих стихотворений. То, что рыба гниет с головы, это оправдание хвоста. Замечательная мысль. Все слова, вот название магазинов, кафе во Владивостоке, это почти все слова уроды. Чтобы не быть голословным, детский магазин русскими буквами «Happy Baby». Написано по-русски. То есть «Baby» хапнул вроде как. «Real Man». «Салон» называется женский. А Россия вообще это страна непуганных косметологов. В косметическом салоне реклама «Наращивание 100% натуральных ногтей». Это вообще-то... Это страшно. Это просто ведь у кого-то содрали эти ногти и нарастили. Японский магазин называется... Может, они думают, что это привлекательно? Фукуруму. Для меня это шо кикимора, шо фукуруму. Это одно и то же. Магазин City Full Height. Строительный бутик. Ворот и заборов. Как вам вообще нравится? Бутик, ворот и заборов. Бутик – это русское слово «будка», вообще, чтобы вы знали. Называется «Magic Строй». Обувной магазин. Продается обувь. Называется «Амадеус». При чем тут Моцарт вообще? Рядом магазин сантехники «Сальери». Вот весь город в этих заморочках. Магазин мужской обуви. Итальянец держит. По-русски написано «Башмачини». Вот такое уродство с гениальностью переплелось. Магазин кафеля «Кафелини». Но все рекорды побил магазин женского белья. Я даю вам честное слово, что я не вру. Потому что то, что я сейчас скажу, не может даже показаться правдой. Даю честное слово, что не вру. Магазин женского белья. Готовы? Помните совет Задорнова? Сиси Хаус. Скажите, когда дураки на Руси переведутся? Я имею в виду менеджеров. Такая столица патологического креатива. Во Владивосток надо ездить, чтобы понять, как не надо жить. В меню все иностранные слова непонятки. Чизкейк. Почему чизкейк? Скажи. Творожник. Хорошее русское слово. Вообще, почему русские стали говорить перед фотоаппаратом «чиз»? Во-первых, многие думают, что это сыр. Это не сыр. Это от слова «очаровательный» переводится «через». Русские даже этого не знают. Правда, это вообще никто в мире не знает. Но есть русское слово. Его можно говорить, еще больше растягиваются в улыбке лицо. «Лыба». Вот так и говорите, «лыба». Во-первых, половина ухохочется, если вы это слово скажете, потому что будут путать с дыбой. Во Владивостоке прихожу в нормальное кафе. Рататуй. Че это такое, рататуй? Тартар, тарталини, тирамису. Тирамису вообще есть не могу, у меня ощущение, что ковыряй в носу, здесь рифма. Официантка подходит и говорит, у нас есть фреши. Какие у тебя фреши есть? Я уже столько раз об этом говорил. Все равно, бесполезняк полный. Что? Почему люди думают, что это крутяк? Добил официантка в другом кафе. У нас есть с такой гордостью, как будто доложил о полете Гагарина в космос. У нас есть фьюжн из веджетейблов.
Я говорю, что? Не словила иронии. Повторила всерьез, еще с большей гордостью. Фьюжн из веджетейблов. Я ей сказал, за фьюжн из веджетейблов тебя надо фейсом аптейбл. Понимаешь? Биточки называются. Мерседес-бэмц. Почему? Бэмц это вообще что, в смятку Мерседес разбился, что ли? Котлеты из изюбря по-неаполитански. В Неаполе вот изюбри аж по улицам ходят вообще. Лохи, падки на непонятки. Это все для лохов. Ягоды, которые полно по сопкам сихотэлиня, называют не ягода, гонобобель. Гонобобель это болезнь такая. Напоминает слово. Это, конечно, слово просто старинное, но все равно звучит ужасно. Говяжий язык в поезде Владивосток-Хабаровск. Почему русские люди решили, что английский язык такой крутой, что надо вот этими русскими буквами записывать везде английские слова? Итак, говяжий язык подается в поезде Владивосток-Хабаровск. Для тех, кто знает английский, сейчас будет особая степень радости. Говяжий язык русскими буквами написано «Cow language». Интересно ездить по России, согласитесь? Ну что это Италия, Ницца, Кана, тьфу, это все. Вот. Но все рекорды побил в этом же меню вагона-ресторана картошка фри. Перевели «свободная картошка». Я им говорю, добавьте с независимой селедкой. А такой пригород Владивостока, вот Шанхай, это Манхэттен по сравнению с этим пригородом. И там бани называются термы. Термы. Знаете разницу между банями и термами? О. В термах моются, а в банях бухают. Это мороженое с топпингом. Топпингом. Это не от слова топить, от слова топ. Верхушка. С верхушкой. Что случилось с нашими людьми? Дайвингом занимаюсь, шопингом. Ударим шопингом по секонд-хендингу, где-то было. Джипинг. Приезжаешь в любой наш курорт русский, написано джипинг, вертолетинг, яхтинг. В Египте все названия по-русски вот с этими уродливыми окончаниями. Верблюдинг написано. Ипонинг. Осталось написать туалетинг и 10 копеек писинг. То, что я делаю сейчас, это шутинг на телевидении. Я в гостинице, звонок. Естественно, ресепционистка, естественно, из... Вы над ресепционисткой или над писингом сейчас? Там и второе слово есть. Я промолчал после писинга. Просто противно его произносить. И звонок, значит, ресепционистка. А мне уже уезжать надо из гостиницы. Она говорит, когда будете чек-аут делать? Я прекрасно знаю, что такое чек-аут. Ну, я же не могу всерьез отвечать. Я говорю... Чего? Она мне поясняет, чекаутиться когда будете? Я говорю, я сейчас закончу чемоданинг, приму душинг и буду делать свалинг. Может быть, сделаю стибзинг полотенца. Почему русские люди стали говорить кастинг? Есть русское точное слово «смотр» от слова «смотреть». Нет, кастинг. Ну, модели, ладно, кастинг. Потому что даже правильнее костинг было бы по отношению к модели. Потому что модель, ну, она не то, что не женщина, ну, как бы идея женщины. Но нашим не подходит это. Но когда во Владивостоке акционер, владеющий мясокомбинатом, мне сказал, что у них на сервелат идут элитные коровы, я представил себе эти элитные коровы. У них накачанные губы. Вымя силиконовое.
Я говорю, а как вы элитных коров отбираете? Ну, нормальный вопрос, логичный. Готовы? Он говорит, мы проводим на сервелат кастинг коров. Представляете, гламурная корома такая. Жюри сидит. О, это его имя маловато. А это самый раз. Тяжело в Владивостоке образованным людям. Потому что они насмотрятся этого всего, придут домой. Бывает. Придут домой, включат телевизор, хоть в телевизоре посмотреть, хоть советский старый фильм, хоть как-то от этого от всего отвлечься. И все равно бегущая строка. Вот это вот. Вот торгаши влезли в нашу жизнь. И идет сцена о любви, а там продается кафель. Вот так вот. Он на свидание собирается, а там щебень. Ощущение, что он со щебнем собирается на... Я после концерта хотел посмотреть телевизор и не стал. Меня доконала, когда доконала сцена в старом советском фильме. Такая добрая сцена, когда вот-вот поцелуются, и вдруг я смотрю бегущей строкой. Лечение геморроя. Но там продолжение. Пришедшим парами скидка 20%. Это кто ж пойдет эту болезнь парами лечить? Ну и совсем другое впечатление остается от Камчатки. Камчатка очень далеко. И это ее спасло, я вам должен сказать. Природа оберегла порядочность людей, камчедалов. Знаете, вот там чувство... Я когда-то говорил по телевидению, что Земля – живое существо. Вот на Камчатке ты чувствуешь. Она прямо пыхтит, ворочается, дышит. Отовсюду пар идет. Там поп-звездам супер выступать. Вот всегда будет в дыму стоять в каком-то. Непонятно, что поет. Из водопровода такая вода идет на Камчатке, что вы пьете ее, она чище покупной минеральной воды. Вообще там такой богатый край, что ощущение, что из водопровода красный край сейчас будет выходить. Дети сохранились, они на ракушках солнышки рисуют в школах. Другие совсем журналисты. Журналисты спрашивают, первый вопрос, как вам нравится наш край? В Москве, чтобы спросили, как нравится Москва? Никто из журналистов. Я вернулся в Москву, они мне задают вопрос, как вы относитесь к гей-параду? Их это интересует. Там другие, даже журналисты там другие. И знаете, что самое приятное? Что историю знают свою на Камчатке. На Камчатке есть уникальный памятник, которому ездят фотографироваться молодожены. А памятник погибшим в 1853 или 54 годах, я не помню точно, который год, но начало 50-х годов 19-го столетия, произошла битва между англо-французской эскадрой и защитниками Камчатки. И никто сегодня об этом не знает. Дело в том, что Англия хотела сделать колонии Камчатку и Приморский наш край. Но это вычеркнуто событие из всех энциклопедий, естественно, из всех учебников. И была страшнейшая бойня. Англичане и французы высадили 2500 человек десанта будущих натовских морпехов. Губернатор Камчатки Завойко сказал жителям Камчатки, мы в 812 году били врага, и сейчас должны все объединиться. Объединились офицеры, казаки, солдаты, мужики, бабы с вилами вышли на защиту. Это произвело страшное впечатление на будущих морпехов натовских. Для них это были годзиллы, я вам должен сказать. А Завойко оказался настолько умным стратегом и тактиком, что он их заманил штурмовать сопку. Знаете, они тупые были еще тогда. Я даже без оружия бы не полез на эту сопку. А эти рванули. И защитников было 900 человек, непрофессионалов, против 2500 профессиональных вояк. И когда те поняли, что они не могут занять сопку, решили пройти в обход. А там бабы с вилами. Погнали их с таким позором обратно в бухту Авачинскую. И вот далее никто в мире теперь не знает, что адмирал Прайс, англичанин, который командовал всей этой операцией военной, застрелился прямо у берегов Камчатки. Это такой был позор. А почему они пришли на Камчатку?
Еще одно событие, о котором никто не знает. За 3 месяца до этого они пришли на Кольский полуостров. Они стали обстреливать Соловецкий монастырь. Тоже никто не знает. Есть один враг у России. Это не Америка. Всегдашний. Это Англия. Она всегда кого-то натравит на Россию. Собственными руками нет. На Севастополь она натравит Турцию. Она натравит Францию. 3 страны не могли взять один город. И это они называют победой. 12 месяцев длилась осада Севастополя. А пришли они в Севастополь после того, как потерпели поражение на Кольском полуострове, где снова вышли монахи, казаки, вышли солдаты, офицеры, бабы с вилами. Но они же не знают, что это у них бойфренд, а у нас бойбаба. И даже есть легенда, которую могут рассказать вам только старцы-монахи в Соловецком монастыре. Когда начался последний обстрел стен монастыря со стороны английской эскадры, из монастыря, с земли, взмыла стая птиц. Нашинская легенда, только русские такое могли придумать. Взмыла в небо стая птиц, полетела в сторону эскадры военной и так обгадила палубы, что они не могли стрелять, скользили все. И вот интересно, что в Петропавловске вот тот же умница губернатор, о котором очень много написано в отцовской книге «Война за океан», а книга как раз и посвящена подобного рода событиям. Был такой премьер-министр Англии Пальмерстон. Он, его знаменитая фраза, такой Черчилль того времени. Он сказал фразу, которая очень была известна в мире. Таким несправедливым кажется мир, когда с Россией никто не воюет. Вы знаете, что если русские моряки встречались в Сингапуре или в Гонконге, в какой-нибудь таверне или в кабаке с английскими моряками, обязательно была драка. Обязательно. Эта ненависть в крови была. А почему? Потому что для русских главная природа. А англичане, моряки, стреляли чаек. И наши моряки не могли им это простить. И так их били беспощадно по кабакам, что англичане изобрели бокс. Но они же все профессионально должны делать. Они не знают, что для наших это забава. Стенка на стенку, старинная, народная. И этот удивительно остроумный, интересный человек Завойко, губернатор Камчатки, он сказал после битвы, вот кто может сегодня это сказать из современных политиков? Похоронить надо и французов, и англичан, и русских в одной могиле. Вот что такое братская могила. Вот к этой могиле сегодня и ездят фотографироваться молодожены на Камчатке. А со мной был тот же оператор из Владивостока. И когда он увидел памятники, написано «Защитникам Камчатки», он потрясающий вопрос задал. Он спросил, неужели немцы и сюда дошли? Ну и что делать? Вот как образовывать молодежь? Причем наша история переписывалась летописцами за бабки торгашей. Поэтому мы получили неправильную историю. И это было уже не в эти века последние. Еще Ломоносов говорил, что это происходит. Вы знаете, Ломоносов знал, насколько глубже, интереснее наша история, насколько глубок наш язык русский. И что его отовсюду попросили уйти. Вообще Ломоносов был... бабник, драчун, то есть наш человек совершенно был. У нас неправильное представление о Ломоносове. А немцы в то время, академики, переписывали русскую историю, чтобы сделать нас такими зомби, чтобы мы верили, что у нас не было прошлого, что пришел Рюрик и сделал нас людьми, а до этого мы сидели на ветках, висели, хвостами цеплялись и гонялись за пьяными кабанами, за копыта их хватали. И Ломоносов так возмутился, что подрался с одним из немцев. Ну а дальше просто детский юмор. Немец подал на Ломоносова в суд. Ну, западный человек, он должен судом все решать. Дуэль ему не годится. Мушкетерские времена давно на Западе прошли. И немец подал в суд на Ломоносова. Готовы? За то, что Ломоносов сломал ему нос. Над ним потешалась вся интеллигентная Россия того времени. Но потихонечку торговцы-змеюги туда проникают. Уже рекламки появляются.
дурные, как и все рекламы. Зашел в магазин парфюмерный, вот так посмотрел на плакат и сразу вышел. Потому что там написано «Душем бесплатно». Уже эта дурь пошла повсюду. А как вам нравится еще в одном магазине? Колготки на любой случай жизни. Это на какой? Это повесится, чтобы после всего? Но перебила другая реклама. Носки на любой вкус. Но вулканы дымятся, гейзеры оживают, так что родина-матушка еще жива. Я перелетел в Хабаровск, и Хабаровск поставил жирный восклицательный знак. Конечно, такой радостный восклицательный жирный знак. Хабаровску здорово повезло, там нет нефти. Совсем нет. И никогда не будет. Они вынуждены работать, а не халявничать. Первые ряды, я вас не имел в виду сейчас. Своя сметана, свое молоко. Много делают сами. Такого красивого города вы в России, я думаю, не найдете. И молодцы наши правители, что саммит провели в Хабаровске. Оказывается, очень многие президенты даже не подозревали, что может быть такой красивый русский город. Вот на набережной, я вам скажу, я бывал и в Ницце, и в Каннах. Ницце и Канны – это для бомжей по сравнению с тем, что в Хабаровске. Какая красивая набережная на Амуре. Со мной была группа телевидения. Они когда вышли на набережную, оператор работает в Кремле часто, новостные программы снимает. Он так стоит очарованный и говорит, как я в Кремль не хочу обратно, говорит. Он вдруг так почувствовал, что от природы идет энергия. Да, в Хабаровске как-то... Пришла надежда, что еще возродится какое-то производство наше. И знаете, вот в Хабаровске заметно, что у нас есть что-то свое. Ведь я много раз говорил, мы отдаем Западу наше, и с Запада возвращается к нам то, что изобретено у нас. Так было с самолетом, когда Можайский изобрел, но не знал, где зарегистрировать. Русский человек вообще не знает, где что регистрировать надо. А если ему сказать, как регистрировать, он говорит, пошел я на рыбалку лучше, чем я буду это регистрировать. Один Менделеев проснулся и сразу зарегистрировал то, что увидел во сне когда-то. А так, конечно, русский человек не знает. Паровоз, лампочка, ну ладно. Сапоги женские. Разве они из Франции пришли? Да мы во Францию, наши бабы гнали Наполеона еще в сапогах. Но французы посмотрели, отгламурили, отредактировали. Все это зарегистрировали и хороший пиар составили. Валенки к нам пришли под названием «Уги» вернулись. Косоворотки, рубашки. Почему косоворотки носили русские крестьяне? Крест не выпадал, потому что отсюда. А теперь все геи в Милане носят эти рубашки. Хотя ни крест, ни косить им не надо, ни то, ни другое. Да я бесконечно могу называть «жвачка». Наши в Забайкале смолу жевали много столетий подряд. Да, бейсбол. Кстати, больше всего бит бейсбольных куплено в этом году в России. Мячика только 3. А игра... Игра-то наша. Лапта, правильно. Только мы не умеем это все сделать красиво и преподнести. Лапта, утром вышли с похмелюги, из забора выломили доску и начали играть. Америкосы это отгламурили и сделали такую игру, которой сегодня заморочены все бизнесмены в мире практически. А если вы зайдете в какой-то столице европейской, в магазин, который называется супермаркет, или, как мы говорили, универмаг, короче, в парижский ГУМ, пойдете в отдел мужского белья, вы наверняка увидите стометровки, такие трусов мужских висят, такие, как на виселицах они висят, и они это там в цветочек, в горошек, в баклажанчик, в поперченный баклажанчик цвета взорвавшейся плодовочной базы. То есть носить это страшно. Почему? Называются они боксерс. Это наши семейные трусы. В них крестьяне столетиями по утрам выходили на крыльцо почесаться.
Ну, я не в этом смысле. Ну, что ж вы так... Что же вы так настроены? Но они назвали «боксерс». И все раскупают, потому что думают, надел и в морду дам сопернику. Вот они умеют, торгаши очень умеют в психологию попасть в десятку покупателю. И вот я смотрю на хабаровских женщин, некоторые уже, вы знаете, в Сибири уже возвращаются к платьям. Вот это чудный момент, чудный процесс. Сарафан эротичнее, чем то, что носят модели в Париже и в Италии. Объясню. Наши женщины, ну для наших, во всяком случае, это больше подходит, наши женщины дородные. Что такое дородные? Дородов предназначенные. Модель... Даже слово «дородное» как-то нехорошо произносить. Она недородная. Ну, я не знаю, грудь модели – это двухкнопочный калькулятор. Это... Я не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, ну она себя так истощила. И кого она может скормить этой грудью? Только спонсора. Поэтому она может носить джинсы, вот на себе не показывает, но вот этот низунь, топчик и низунчик. И вот тут пусто. Она может, потому что если у нее виден копчик, это не имеет значения. Одной костью больше видно, это ничего. Но когда наши попадают под этот пиар, и наши дородные женщины надевают на себя, я все-таки показываю на себе, вот это, которое неизвестно где кончается, потому что нигде не начинается, и еще топчик, низунчик. Мы на севере живем. Если ты это надела, а тут у тебя голо, у тебя здесь жир начинает скапливаться, потому что это оберег от холода. Хоть бы это поняли. И идет такая моднявая. Вот тут вот перетянуто. Тут сарделька охотничья. Надень сарафан. Нет, идиот, а у нее тут спасательный круг, вот такой вот этот. Спасательный в смысле от холода, я имею в виду. А не в том смысле, что бросишь, не потонет.